теплых водах залива Кипарисиакос черепахи откладывают потомство. Делают они это каждое лето, каждый год в одно и то же самое время. Каждая черепаха откладывает примерно около 100 яиц, из которых через 2 месяца появляются детеныши. Каждый раз с мая по август черепахи откладывают примерно от 600 до 800 гнезд. На пляже Колонеро группы добровольцев из защиты животных защищают гнезда от внешних раздражителей и помогают детенышам достигнуть моря. Архелон является организацией, деятельность которой направлена на защиту майских черепах. Что они и делают? Идут на пляж и защищают гнезда. Я родом из Швеции, а я прилетела из Англии. Мы ходим по пляжу и наблюдаем за гнездами. Группы обнаруживают гнезда черепах и ставят сетки, которые защищают яйца от внешних рисков и огня. Таким образом, мы защищаем гнезда от собак и лис. Клеим специальные предупреждающие знаки для людей, чтобы они не знали, что есть здесь гнездо. Наша программа ежедневно патрулирует пляж. В настоящее время мы делаем специальную тропу для детенышей черепах, чтобы, родившись, они с помощью этих троп смогли сразу попасть в море. Колонеро – это центр экологической помощи черепахам Каретта Каретта. И здесь всегда рады добровольцам и желающим помочь. Это явление наблюдается только в этом районе. Я являюсь владельцем нового отеля Natura Club и думаю, что жители района должны помогать черепахам для того, чтобы еще один вид на земле не исчез бесследно. Пляж Колонеро является экологически чистым районом и дает вам возможность побывать здесь и привить детям еще большую любовь к животным и природе.